Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Артем Степин, я директор по развитию компании eBay. Прежде чем начать рассказ или даже показать материалы какие-либо, хочу спросить, кто из вас слышал компанию eBay, бренд? Очень хорошо. Давайте попробуем с роликом, с подсказкой теперь. Короткий 30-секундный ролик. Для тех, кто пока еще не слышал. Так просто найти все, что вы любите, в магазине, который знает, что вы хотите. Соответственно, по подсказке из зала, eBay – одна из самых крупнейших интернет-магазинов в мире. Это, если строго говорить, то это крупнейшая онлайн-торговая платформа, которая позволяет онлайн-магазинам торговать через нас, по сути, через eBay, и представлять весь свой ассортимент. И вы торгуете только чужим товаром? Да, eBay торгует только чужим товаром. Мы поэтому всевозможно приветствуем коммуникации онлайн-магазинов с покупателями. Мы создаем средства, которые помогают, по сути говоря, покупателям и продавцам максимально просто, максимально удобно, максимально защищенно торговать друг с другом. Соответственно, сегодня это 90 тысяч, если мы говорим о России теперь, eBay в России на сегодняшний момент нету. Российские онлайн-продавцы и торговые и магазины не продают российским покупателям. А 90 тысяч посылок в день, которые приходят российским клиентам eBay, это, по сути говоря, продажи из-за рубежа. То есть это посылки, которые сегодня в ежедневном режиме идут. Любой ассортимент от строительной техники до моды, до любых аксессуаров, все что угодно, это все, по сути, товар ассортиментов партнеров магазинов, онлайн-магазинов eBay. Одна из уникальных вещей, которые могут делать продавцы на eBay, это, по сути говоря, создавать и кастомизировать свои собственные магазины, свои бренды. То есть можно продавать любые запчасти, объединять это все в один вид, в одно ассортиментное предложение и таким образом представлять клиентам через eBay. Соответственно, то, что мы делаем, это позволяем… Это пример, по сути говоря, того, как выглядит магазин Black & Decker, инструмента онлайн на eBay. Соответственно, мы позволяем клиентам вовлекать, кастомизировать навигацию, создавать свои брендированные страницы, формировать таким образом доверие покупателей и бренд. Почему это важно и почему рассказываю об этом партнерам и клиентам? Да, на самом деле, по текущий момент я не встретил ни одного онлайн-магазина, я лично с ними общаюсь, кому бы было неинтересно интегрироваться на eBay. В сентябре мы предоставим такую возможность благодаря компании 1С Bittrex через модуль. Можно будет просто и легко текущий существующий онлайн-магазин ваших партнеров, ваших клиентов подключить к eBay. Что это дает продавцам? Сегодня eBay – это крупнейшая быстрорастущая торговая площадка с высоким потенциалом. Основное, наверное, преимущество площадки – это рейтинг продавцов, который выстроен на качестве сервиса. Компании, которые раньше начнут продавать, лучше будут обслуживать своих клиентов, их товар будет лучше виден на eBay, на самой площадке, и лучше будет продаваться таким образом. Если основа конкуренции Рунета сейчас – это, в принципе, маркетинг и бюджеты, то здесь первичен будет сервис, то, что онлайн-магазин сможет предложить клиентам и то, насколько он сможет выполнить свои обещания. Дополнительно eBay предложит целый набор маркетинга для онлайн-магазинов, торгующих на eBay, возможность продаж в другие страны, программу защиты продавцов и так далее. Почему это важно и почему мы рассказываем об этом партнерам? Мы хотим, чтобы вы об этом знали. Мы хотим, чтобы знали, что в какой-то момент возникнет спрос на интеграцию модуля, который будет представлен в 1С Bittrex. И
возможно, возникнет отложенный спрос на его адаптацию, дополнительную доработку, специальные потребности, например, создание шаблонов, создание таких видов, которые появятся в онлайн-магазинах у ваших клиентов после. И поскольку мы на конференции разработчиков, я не смог удержаться от слайда про интеграцию, про простой слайд про интеграцию. Сегодня был доклад про работу с возражениями. Так вот, мое пожелание – не возражайте. Установите модуль, когда попросит клиент, начните работу, он к вам придет с этим запросом, скорее всего, с высокой вероятностью. Да, мы будем стараться сделать так, чтобы он об этом узнал, а дальше уже от вас вот там 8% возражений, говорите «да», одной кнопкой нажимаете, устанавливаете модуль, клиент получает возможность продавать свои товары, вы открываете для него дополнительный канал продаж с сентября. Это все. Буду рад ответить на ваши вопросы, если они есть. И, по сути говоря, это был анонс. В сентябре мы будем уже запускать основную коммуникацию. В том числе мы будем рассказывать на нашем центре продавцов для о возможностях. Будем говорить о том, как подключаться к 1С Bittrex. Да, будет расширенная там справка, поддержка. То есть всю поддержку и вопросы мы постараемся выложить в онлайн, сделать максимально доступными, то есть и сообщить вам о том, где, ну, то есть проинформировать, где можно посмотреть. Спасибо. Ну, а я бы хотел еще добавить, что вообще это важнейшая стратегия, и мы считаем, что вы должны и будете обязательно представлять информацию клиентам. Это отличная возможность подключить их интернет-магазин, попробовать такие продажи, сделать это быстрее, чем это вообще можно сделать традиционными методами, ну и, конечно, сделать это первыми. Первыми – это как раз вот в тему рейтинга, это то, что сразу даст возможность клиентам, то, что сделать высокий рейтинг и продавать. Да, возможность сделать это первыми, в принципе, уникальная, поэтому следите за объявлениями. Пожалуйста, вопросы. Никита, компания Wizard, город Тверь. Ну, очень приятно видеть сегодня представителя компании eBay здесь. Мое знакомство с eBay произошло в 2007 году, и это была настоящая сказка, да? Настоящий образец, на который можно было ориентироваться. Если аккумулировать все вопросы за столько лет знакомства, наверное, самый популярный вопрос будет, а почем можно купить iPhone 4 непокоцанный, да? Но если без шуток, то очень интересно узнать, как будет выстроена именно коммуникация в плане с интернет-магазинами, которые будут выгружать к вам товар, как вы будете отслеживать доставку, как вы будете осуществлять возвраты, ну, сам механизм, более подробнее взаимодействие с продавцом. Угу. Вопрос понятен. По отслеживанию доставки материалы будут доступны. Да, в момент, когда пришел заказ, когда он подтвержден онлайн-магазином, соответственно, онлайн-магазин отправляет, информирует покупателя, что его заказ отправлен, отгружен. eBay автоматически присылает email, где можно проследить, если это курьерская доставка, да, то можно проследить, перейти по ссылке, проследить номер заказа и дату, когда он будет доставлен. Соответственно, вся информация, как мы будем рассказывать об этом онлайн-магазинам, да, мы запускаем сейчас, готовим свою собственную программу для онлайн-магазинов. Точно так же в формате раз в полгода, если потребуется чаще, будут проводиться конференции. Раз в квартал будут проводиться онлайн-конференции, где мы будем рассказывать, как раз отвечать на все наиболее часто задаваемые вопросы, где будет возможность задать вопрос мне напрямую или Владимиру Долгову, это генеральному директору eBay. Материалы все для продавцов, для онлайн-магазинов, включая поддержку, включая технические вопросы, детальный рассказ про то, как будут доставляться, опции доставки, будут представлены по одной ссылке в центре для продавцов, для онлайн-магазинов на сайте eBay, где точно так же можно будет возможность связаться с службой поддержки. Пожалуйста, еще вопрос. А планируется ли выгрузка напрямую из 1С? Планируете ли напрямую из 1С выгружать? Вопрос. Мы заинтересованы в этой возможности, но это вопрос к Сергею. Я думаю, что это вопрос для дальнейшего нашего обсуждения. Нам бы было интересно, если бы 1С Bittrex нам в этом помог, потому что 1С Bittrex, я уверен, может это технически. И в 2015 году eBay, в принципе, всем клиентам 1С Bittrex, которые торгуют товарами, да,
Мы будем работать как раз над программой, которая им позволит торговать онлайн. Спасибо, подумаем. Очень, да, спасибо большое. Очень интересно, потому что такая крупная компания. Но мне вот просто с коммерческой точки зрения, с те магазины, с которыми я сталкиваюсь при разработке в Рунете, они наоборот тащат товар оттуда, по большому счету, да? То есть вы как-то прогнозировали спрос на средние, мелкие интернет-магазины, насколько это будет для них популярно, да? То есть просто я сомневаюсь, что вы просто так кинулись, потому что Яндекс.Маркет там что-то начал мутить на нашем рынке крупно. Вот вы как-то сами прогнозировали эту модель? Можно по экономике? Кому это будет интересно? Как вы считаете? Мы это, безусловно, прорабатывали. Более того, я вам скажу, не могу назвать конкретную цифру, поскольку eBay публичная компания, да, но продажи мелких и средних интернет-магазинов составляет очень значимую долю продаж на eBay. Прежде всего, свыше половины товаров уже, это свыше 80%. На самом деле это новые товары. То есть как раз когда говоря про покоцанный интернет-телефон, да, смартфон, это да, но большинство сейчас уже приходит покупателей за новым товаром. Соответственно, для средних и мелких онлайн-магазинов одним на самом деле причина, почему это высокая доля за рубежом, в Германии, в США, у всех, у наших коллег, я с ними общался, да, один из факторов – это, безусловно, доставка и скорость доставки. Да. Второй из факторов – это как раз доверие к бренду и к локальному бренду. Да. Я не знаю продавца за рубежом, я не знаю, кто мне продает. Это защищено, но всем, тем не менее этот фактор остается. И как раз по этой причине фактор доставки, он является значимым. Есть возможность в поиске выбрать по доставке по наиболее быстрой дате, когда мне нужно подарить подарок, когда у меня есть какая-то конкретная дата. Он учитывается точно так же, он влияет на рейтинг продавца и точно так же позволяет ему продавать. И продавать достаточно много. Как я сказал, этот сегмент он очень большой. Ну, я бы, наверное, еще добавил, чуть-чуть раскрыв стратегию. Владимир Долгов, выступая в Киеве на конференции, говорил о том, называл фантастические достаточно суммы для рынка телевизионной рекламы и онлайн-рекламы, которую eBay тратит на российском рынке и потратил в 2013 году. И основная цель, куда компания целится, не в тех, кто, вернее, в тех, кто никогда не покупал еще в онлайне. Поэтому суть бизнеса eBay сконцентрировать аудиторию и направлять ее в магазины. И, конечно, преимущество состоит в том, что своими товарами они не торгуют. То есть это обязательно должны быть товары магазинов. То есть это могут быть товары клиентов. Пожалуйста, вопрос. Сейчас, секундочку. Ну, у меня вопрос продолжает, наверное, затронутую тему, потому что в моем понимании, может быть, оно некорректное, в глазах российского потребителя eBay – это, ну, так скажем, место, где можно дешево купить какой-то достаточно редкий товар или массовый товар, но реально дешево, да, там 100 футболок по доллару. Вот. Как вы будете менять мировоззрение, так скажем, российского потребителя, потому что зачем пойдут к вам наши клиенты, это за аудиторией? Как вы будете менять аудиторию, чтобы, ну, что там продаются локальные товары по локальным ценам, то есть фактически тот же там Викимарт, немного сбоку там или Озон, не знаю, корректно ли сравнение. Вот, собственно, как вы будете работать с аудиторией и когда это станет выгодно для магазинов? По сути говоря, Сергей сейчас раскрыл нашу стратегию, которую презентовал Владимир. Да, в первую очередь мы работаем над расширением аудитории. То есть даже те клиенты, которые сейчас покупают eBay, мы понимаем, что есть сформировавшаяся группа, которая постоянно растет очень быстрыми темпами, там, быстрыми, да. Но мы в первую очередь будем работать над тем, чтобы те люди, которые раньше не покупали или не пользуются онлайн-покупками, совершали покупку, или те, кто покупает редко, да. Как вы видели сами по количеству рук, те, кто слышали на eBay, да, а возможно, те, кто видели ролики, это было меньшее количество. Но это все равно уже 70-80% из здесь сидящих. А в России это не так. Мы цель 2014-2015 года сделать, чтобы эта цифра была максимально высокой. И по сути новые клиенты, для них отчасти eBay и магазины, которые на нем представлены, будут являться самим продавцом. Да? То есть для нас самое лучшее, чтобы они формировали лояльность к нам и понимали, что у нас можно выбрать. Да? Для продавцов это будет возможность представить свой бренд и дальше, аудиторию. И дальше продавать. Пожалуйста, вопрос. Я бы хотел... Раз. Я бы хотел уточнить вот по технической части. То есть я правильно понял, что мы как партнеры Bittrex можем своим клиентам теперь
предлагать выгрузку на в eBay магазин так же, как в Яндекс.Маркет. Да. А по коммерческой составляющей, то есть там какие-то условия есть? Ну, там, ну у нас же будут специальные условия. Будут уникальные условия, и дополнительно для 1С Bittrex проработаем, как и вчера говорили. Будут уникальные условия для продавцов, для eBay в России, да, и мы проработаем программу для 1С Bittrex, и вы действительно сможете предлагать ее своим клиентам. Это дополнительно мы расскажем уже ближе к запуску. Это интересно. Еще раз, запуск когда? Сентябрь. Спасибо. Это анонс, пока. Все, коллеги, к сожалению, у нас уже больше нет времени. Спасибо большое. Удачи с проектом в России. Спасибо, Сергей. Спасибо и вам. До скорых встреч.